Так, Мухаммад Загалов, игрок команды Дагестан Б2-Б3. Мухаммад, поздравляю с победой вашу команду. Счет 5-0, но игроки говорят, что недовольны этим счетом. Как игра проходила? Чуть-чуть по игре расскажи, пожалуйста. Ну, не так складывалась игра, как мы хотели, в принципе. Там, ну, все равно чувствуется, нету подготовки хорошей не было. Недопонимание еще есть в плане игры. Игровой тактики не хватало, да? Не хватало, да, конечно. А почему счет 5-0 вас не устраивает? Потому что с Новосибирском равные очки получаются. И в итоге будут считаться пропущенные и забитые. А, разницу нужно разница делать, да? Разница мячей будет, да, считать. В принципе, Новосибирск сегодня два раза больше забил, и мы не можем никак радоваться сегодня другой команде. У вас уже то ли в прошлом году такое было, что равные очки были, и потом победителя как раз-таки определила разница. Уже и... два раза, кажется, такое было. А, два раза было, да? По-моему. Понятно. Боитесь, значит, попасть на те же грабли, да? Да, уже обидно становится. Но впереди еще две игры, все может поменяться. Может. Сначала надеемся, что следующую игру мы выиграем с крупным счетом, а Новосибирск потеряет очки, надеемся. Уфа тоже команда, с которой всегда у вас были очень такие упорные игры. В этом году у вас получилось, ну, с большим счетом обыграть их. Думаешь, команда была не подготовлена? Ну, у них и не полный состав. Это тоже у них сказывается. Ну, хотя играли тоже неплохо они. Игра на газоне от игры на паркете сильно отличается? Ну, чувствуется очень сильно. Тебе привычнее как, на газоне или на паркете? Здесь чуть трава выше идет. Здесь на поле, а то, что трава чуть повыше. И здесь вчера под дождем катился мяч, он быстрее шел, быстрее ходил. Ты наоборот не успевал. А сегодня в сухую погоду, наоборот, где-то застревает мяч, где-то не успеваешь там. Пока не понял еще. Это лучше, все моменты, которые через игру только приспосабливаться нужно. Да, а на паркете у тебя одно и то же. Там по-другому мяч не полетит, по-другому не будет. Только вот стандартная тема идет. У вас остались очень важные две игры. Желаю вам выступить хорошо, одержать победы. Баркала. Будем следить. Баркала. Тебе тоже спасибо за интервью.